Всем привет, это 22 урок по Ansible. На этом уроке я вам покажу, это будет самый, наверное, простой маленький урок. Я вам слишком не буду много рассказывать, просто покажу как возможности. Ansible может создавать и ресурсы в Амазоне, в AWS, Amazon Web Services. Здесь такое небольшое вступление, можно почитать. В общем, я вам покажу пример, как создать на AWS Security Group. Смотрите, в регионе сейчас Огайо, у меня есть security group дефолтная, нет какой-нибудь интересной security group, которую я создал, и нет ни одного сервера. Эти инстансов ноль. Переходим сюда. Мой Ansible, видите, у меня только хост файл есть. Смотрите, что в хост файле. Local и localhost. То есть я запускаю все на своем. У меня есть группа local, в которой есть и мой сервер, сам Ansible Master. И playbook я уже приготовил. Просто я покажу вам возможность. Этот playbook создаст security group. Здесь три таска, в принципе. Task создать security group. Я использую модуль, называется EC2 group. И этот второй таск создать EC2 сервер сам. И третий таск напечатать все параметры. В принципе, вот и все. Объяснять, что здесь, я не сильно не буду. Просто вы увидите, что это возможно. Есть примеры в интернете на сайте Ansible. И главное перекидывать, как бы очень много параметров нужно вам перекидывать. То есть имя этих SSH ключа, так же как он написан в этом в AWS консуль, тип сервера, который вы хотите поднять, AMI, image этого сервера, в каком регионе вы хотите поднимать, сколько серверов. Давайте, наверное, поднимем аж 4 сервера сразу. Одинаковых. Это security group, как я хочу назвать. И вот эти важные вещи. Это credentials, ваши access key, secret key. У этого пользователя, который вы создали в AWS с этими ключами, у него должны быть административные права. Как бы, ну, чтобы у него были права создавать то, что вы хотите создать. Просто. Если это read-only, то, конечно, вы получите этот access denied. И просто, видите, целая куча команд. Как бы, ну, в принципе, несколько тасков и просто куча, огромная куча параметров. Просто целая гора, видите, вот их тут дофига. Все команды можно найти в Ansible doc -l list grep EC2. Он вам покажет все команды, которые есть для EC2. Их тут, в принципе, очень-очень-очень много. Ansible как бы может создавать очень много с AWS, видите, целая гора. Документацию, опять же, можно читать в интернете. И как мы теперь это запускаем? Опять же, видели, да, у меня нет серверов здесь в Ухайо штате, нет security group. И давайте запустим. Где-то Ansible playbook -i hosts файл и мой playbook AWS. Он создает security group с моими всеми рулями 22, 80 и 443, по-моему, порт открывает. И сейчас он создает сервера. Смотрите, перехожу сюда. Нажимаю refresh. Видите, 4 сервера начинают подниматься. Если я зайду в security group, security group, Ansible security group уже создана. Видите, он ее создал. Вот они рули, которые я прописал. И, блин, где-то Ansible. Вот. И вот 4 инстанса поднялось. Ansible deployment, я их всех назвал. И там вот этот прикрепил security group, кстати, который мы только что создали. И там есть два тага. Name Ansible Deployment, вот то, что мы видели. И Type Ansible EC2 ADVIT. Вот и все. В общем, можно вот так вот. Можно создавать SSH ключи. Можно создавать огромное количество ресурсов с помощью Ansible. И все. Да, вот, кстати, видите, наш playbook закончил. Первое, он создал security group. Второе, он сделал сервера. И третье, он распечатал все данные этих серверов, которые он создал. Вот, и все, я запущу сейчас это еще раз. Посмотрим, что будет. Security group уже есть. И сервера, он еще создает 4 сервера. Кстати, еще 4 сервера сейчас запускается. Видите, еще 4 сервера. То есть, в принципе, удобно, неудобно, и, я не знаю, используете, кто-то использует, кто-то не использует. Я, допустим, Ansible не использую создавать ресурсы, я использую Ansible, чтобы конфигурировать ресурсы, а чтобы создавать ресурсы, я использую амазоновский CloudFormation. И все, в общем, и все, это такой простой урок, как бы учиться создавать ресурсы с помощью Ansible я, честно, не сильно хочу. И как бы, если вы хотите, конечно, создавайте. Ну, просто знайте, что есть такая возможность. Создавать можно очень-очень много всего. Ну все, всем пока!